Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич, я специалист по новостройкам в городе Рязани. В этом видеообзоре покажу вам стадию строительства жилого комплекса «Юный», который строит застройщик «Северная компания». Так, ну поднялся я на 15 этаж рядом стоящего дома, также жилой комплекс «Юный». И покажу вам сейчас, что из себя представляет 9-я очередь жилого комплекса «Юный», ну вот с такой вот высоты. То есть три подъезда, видите, правые уже выведены под крышу, наверху идет, я так понимаю, работа по системе отопления, вентиляции. Вот трудятся люди, потихонечку достраиваются подъезды, которые с левой стороны. С такого небольшого ракурса, думаю, вам будет интересно все это увидеть. Особенно людям, которые купили здесь квартиры и ждут получения ключей. Соответственно, с правой стороны тоже жилой комплекс «Юный», предыдущие дома. Вот напротив, видите, это я на всякий случай для тех, кто не знает, что это за жилой комплекс. Вот, смотрите, там парк. Сейчас как бы осенняя пора, листики желтые. Что еще тут хорошего, расскажу вам непосредственно вот отсюда. Вот с правой стороны просто вот не вижу. Вот видите, такие синенькие такие крыши, такие синие. Это здесь детский сад. Вообще прям в шаговой доступности, через забор. Вообще в микрорайоне у нас здесь два детских сада. Один здесь рядом, другой по улице Княжий Поль, туда в сторону детской больницы. Еще один действующий детский сад. Кругом всякие у нас магазины, остановки, пятерочки, магниты. Это улица Княжий Поля. Вот за этим домом сейчас камеры вам положу круг маршрутного транспорта. То есть с магазинами, с транспортом. Самое главное, с территориями. Вот смотрите, видите, какие территории. То есть с правой стороны также пока еще идет строительство, но все это объединится, будет одна такая большая территория. То есть территория используется грамотно, ставятся детские площадки, спортивные площадки, есть где погулять, походить, а не просто как бы сидеть в своей квартире. Так, что еще хорошего? Чуть левее, в ту сторону, просто отсюда не видно, загораживает вот предыдущий дом, идет строительство школы. Школа строится активно. В 2025 году обещают нам ввести в эксплуатацию, уже принимать детишек. Но это мы посмотрим. То есть планы такие. Детские сады есть, школы есть, в левой стороне детская больница есть, ОКБ есть, перинатальный центр есть, всякие парикмахерские и магазинчики сопутствующие, аптеки, всего тут полно вокруг. Так, ну самое главное, что вот в этом доме еще есть квартиры в наличии. Если интересно, обращайтесь. Ну вот так вот он сейчас в данный момент выглядит. Так, сейчас для вас еще несколько кадров с подъезда. Считаю полезным посмотреть предыдущие очередя жилого комплекса, если есть такая возможность. Ну, понимание будет, чего ожидать людям, когда они купят квартиру или уже купили в 9-м доме жилого комплекса «Юный». Этот дом расположен рядом. Так расстроила северная компания. Плитка, Армстронг. Все красиво, аккуратно. Также будет и в 9-м доме, может не сомневаться. Вот такая красота. Так, ну показал вам стадию строительства жилого комплекса «Юный». Уверен, информация полезна для тех, кто купил здесь квартиру и следит за стадией строительства дома. Также для тех, кто подыскивает себе квартиру в Рязани для покупки. Для понимания цен на недвижимость в этом комплексе оставлю ссылку с ценными планировками в описании видео, также в комментарии под видео. Также, если вам нравятся мои видеообзоры о недвижимости, подписывайтесь, пожалуйста, на мои паблики. Вот, пожалуйста, ВКонтакте, в Телеграме и в Рутубе. Если есть какие-то вопросы, заходите, прийти посмотреть на экскурсию на жилой комплекс своими глазами. Обращайтесь, с удовольствием вам помогу. Ролик заканчиваю. Всем вам доброго. До свидания.